На фестивале «Арт-прорыв» в Новороссийске ребята взяли 2 гран-при, а также 9 дипломов лауреатов. Еще один главный приз ребята завоевали на фестивале «Кубанский казачок», который прошел в Краснодаре. Конкуренцию напчанам составили 25 коллективов со всего Краснодарского края. Я даже не ожидала. Награждают, всем дают диплома лауреатов, но получают все лауреаты, а потом гран-при. И вдруг, смотрю, мне не дали. Опять забыли. У нас были случаи, когда просто диплом забывают. И вдруг Соловейка, гран-при. Ну, конечно, здорово. Дети там чуть с ума не сошли от радости.